Меня зовут Евгения, мне 55 лет, проживаю курорт Москва. 2 года назад при понижении температуры и повышении атмосферного давления в осенне-зимний период у меня началось повышаться давление. Я обратилась к врачу, мне прописали таблетки, я их пила, у меня успешно понижалось давление, но потом я решила перейти на свекольный сок. Сок я готовлю рано утром, готовлю его за 2-3 часа до приема пищи и принимаю по 125 мл натощак. Таким образом я избавилась от высокого давления.